В Кафедральном соборе Рождества Христова началась церемония прощания с первым президентом Республики Молдова Мирчи Снегуром. Двери для всех желающих проститься и отдать последние почести бывшему государственному деятелю открыты с 6 часов вечера. Господин Мирча Снегур был первым и лучшим руководителем Республики Молдова. Он как пришел, так и ушел. Я его знал лично, он был очень хорошим человеком. Это была достойная, порядочная личность. В нем сочетался ум, патриотизм, любовь к стране. Он любил народ, историю, культуру. Первый президент Республики Молдова – эпохальная личность. Если бы не его усилия и усилия его коллег из парламента первого созыва, нас бы, как страны, не было. Это невосполнимая утрата. Для меня Мирча Снегур значил очень, очень многое. Я являюсь частью поколения независимости, потому что вместе с Мирчи Снегуром и моими товарищами в парламенте первого созыва мы голосовали за независимость Молдовы. Завтра в 10:00 церемония переместится во дворец республики. Первого президента Молдовы похоронят на центральном кладбище в Кишинево. Указ о создании государственной комиссии по организации траурной процессии накануне подписала президент Майя Санду. Мирча Снегур скончался 13 сентября на 84-м году жизни от неизлечимой болезни. Он занимал должность главы государства с 90 по 97 годы. Завтра в Молдове объявлен День национального траура.